Результатами встречаются Софья Афанасьева, северо-западный федеральный округ, и Элеонора Шарманова, северо-кавказский федеральный округ. Готовится к выступлению Юна Герасимова, южный федеральный округ, и Александра Пикачева, северо-кавказский федеральный округ. Победу на втором татами одержал Иван Петров, Санкт-Петербург. На второй татами приглашаются Михаил Симоненков, Центральный федеральный округ, и Левон Тумасян, Северокавказский федеральный округ. Готовится к выступлению на втором татами Виситат Иван Баев, Северокавказский федеральный округ, и Данила Корченко, Северо-Запад.